Короче, захожу я сегодня в подъезд и вижу вот такую прелесть, такой новый коверчик. И я когда зашла, первые мои слова были: ух ты ж, коверчик! Всем привет! Сегодня у нас четверг, 3 ноября. И сейчас 4 часа вечера. И такое ощущение, что сейчас не 4 часа не вечера, точнее дня, а уже 7 часов вечера, потому что уже темнее. И мы с бабушкой решили сейчас поехать в одно путешествие. Вы увидите через несколько секунд, куда мы отправимся. Сейчас мы идем на остановку. И потом едем на метро и приедем в одно место, но это пока секрет. Вы сейчас должны хоть как-то немножечко догадаться, куда мы идем. У меня желтый цветок, у бабушки тоже один желтый цветочек. Но поэтому вы должны, если вы человек верующий, то вы должны догадаться. Но, короче, вы сейчас догадаетесь. Мы с бабушкой идем к Матроне, и мы несем ей цветочки, мы просто... идем туда, я не знаю, конечно, зачем, но просто я хотела, чтобы бабушка там побывала, мы купили с ней по розочке, и уже темно. Сейчас мы уже к ней подходим, через пару секунд уже будем буквально там, так что, не знаю, буду я ли там снимать, скорее всего, нет. Вроде бы с мамой совсем тут недавно были в июле, а теперь мы с бабушкой. И опять же в том же амплуа с желтыми цветами. И две, это бабушки, одна мне розочка, бабушки другая розочка, так что вы ничего тут не подумайте. Сейчас мы заходим, а потом у нас с бабушкой резко появились новые планы. Но для вас это будет сюрприз, потому что Покровский монастырь это будет не наша не последняя остановка. Мы заходим. Мне до сих пор, смотрите, какая очередь, как кони. Пришли под вечер, и все равно очередь. Я вообще не ожидала от этого. И пошел снежок. Прям вот такое вот осеннее настроение. И очень красивый. Я боюсь, что мне сейчас скажут: девка, перестань снимать. Я скажу, я не могу не снимать такую красоту. Ой, мы с мамой здесь все помню, с какую мы здесь очередь отстояли. Вот я сейчас в таком предвкушении, чтобы не было этой очереди. Ой, слава богу, я ее вроде бы как не вижу. Потому что вон оттуда, вот так, вот так, вот так. Мы здесь стояли 3 часа, здесь сейчас пока ничего нет, это очень радует. Мама, хочу тебе показать, какая здесь маленькая очередь. Вы когда-нибудь видели такую маленькую очередь? Это вообще, нам здесь минут 15 стоять. А мы стояли здесь, понимаете? В прошлый раз 3 часа. И еще один раз мы здесь стояли час, но потом я монахине подошла, я сказала, можно нам убраться. И мы быстро прошли, но зато мы потом 3 часа тут убирались. Весело было. Сейчас всего лишь 5 часов, но уже теме. И это реально огорчает. Друзья, ну посмотрите, какая красота. Идет снег, красивое такое вот фиолетовое, розовое небо. Такая тут атмосфера царит, вы даже не представляете, такая вот... какая-то вот волшебная. Если вы даже человек неверующий, то каков я, вы просто придите сюда, и вы вот как-то проникнетесь вот этой атмосферой, которая тут царит, и вам так понравится. Вы посмотрите, ну это просто прелестно, прям какая-то сказка в преддверии Нового года. Прям еще вороны каркают, конечно, но это все равно тоже создает какую-то красивую такую вот атмосферу. А снег просто добавляет всему этому сказке, вообще сказка. Посмотрите, как красиво. Это луч, который светит, подсвечивает. И снег. А он все будет больше и больше, быстрее. Быстрее и больше начинает идти и идти. Прям в глаза бьет. Ой, ужас, какой кошмар. Штучка. А люди идут, идут. Мы сюда пришли в 5 часов ровно, а выходим отсюда 5:30. Мы уложились за 5 часа. Это просто рекорд, друзья. Рекордное время. Мы с мамой здесь могли проводить. Только 3 часа стояли в очереди, потом могли покушать, там погулять. Короче, мы проводили здесь целый день. А тут мы уложили за 30 минут, это просто невероятно. И мы сейчас с бабушкой поедем в одно место. Вы просто не ожидаете, в какое место мы поедем. Ну, я надеюсь, вы сможете сдержать свои эмоции, потому что мы поедем в очень необычное место. И все, увидимся с вами в этом месте. И просто наслаждайтесь, какая я сейчас красива в этом снежку. Прям вот Russian Federation Girl. Вот так вот. Это не хочется отключаться, потому что снег такой красивый идет. Надеюсь, не испортит мою камеру. Мы сейчас с бабушкой приближаемся к метро. Нам еще очень долго идти. Бабушке такое лицо недовольно. Типа, куда я попала? Что это за снег? Но тем не менее, мы идем. И нам еще ехать долго. Нам придется до этого места сделать пересадку. Потом ехать на маршрутке. Ну, интересное место. Это будет того стоить. Я хочу, чтобы вы удивились. Друзья, вы не поверите, где я. Даю вам секундочку на размышление, где я нахожусь. Ну что, вы поняли? Вы просто будете в шоке, где я нахожусь. И я нахожусь в Икее, в своей любимой Икее. И вы скажете, что я здесь очередной раз делаю. А,
А мы сюда пришли по делам, не просто так. Бабушка, тачка моя, это моя здесь обязанность таскать тачку с вещами, которая наполнится только к концу нашей увлекательной поездки в Икею. И я что вам хочу сказать, здесь все так изменилось, здесь уже Новый год царит, но, блин, все так рано произошло, что я даже не ожидала этого. Я каким-то неожиданным образом попала в какую-то квартиру, но здесь классно, то здесь людей нету. Сейчас мы будем выбираться отсюда. Так. Но это была не самая хорошая идея. Так, мальчик, как тебе? Не спите. Так. Это была плохая идея, здесь мальчик, и он мне не будет проходом. Мы сейчас идем по мебельному отделу, и вы не представляете, мама, что сейчас сказала бабушка, это просто кошмар. Она сказала, нельзя это как-то все сократить. И посмотрите, какая у меня супер модная толстовка. Просто я рассчитывала на холод, но я не рассчитывала, что я окажусь в Икее. Так что я сейчас хожу как бомж немножко, но я крутой, модный и рыжий бомж. Ну, давай, бабушка. Мам, помнишь, эту кухню закрывали на реставрацию? Посмотри, здесь какая прелесть. Все такое рождественское, хотя сегодня всего лишь 3 ноября. Мам, ты пропускаешь здесь очень многое. А бабушка меня все время подгоняет, и это мне так непривычно, что меня кто-то подгоняет быстрее идти, а я кого-то не подгоняю. Че, бабушка, какой у нас там список? Кисточку. Бабушка напугала, когда я увидела, что я ее снимаю. Ну, да. А вот еще новенькая кухня. Вот это не было кухоньки. Вроде что-то изменилось, а все так же. Ну, мам, тебя нет. Ой, там бабушка попала. Она сейчас будет потом на меня кричать, что если я ее вставлю. Но я ее вставлю. Все. Мы продолжаем идти. Сегодня сейчас в кухонном отделе, а бабушка все уже быстрее хочет выйти отсюда. Так это непривычно слышать. Итак, что вообще тут происходит? Зачем мы сюда приехали? У меня здесь целая подсветка. Вот. Зачем мы приехали в эту Икею? Мы приехали сюда за тем, что... Какой-то у меня фон беленький. Вот так, наверное, получше. Или вообще нет? Нет. Давайте выберем другую локацию, то я какая-то вообще темная получаюсь. Сейчас что-нибудь другое выберем. Елочка. Елочка, это всегда, на самом деле, хорошо. Бабушка уже ушла дальше. Господи, я никогда так быстро Икею не проходила с мамой. А с бабушкой мы уже почти уже выходим. Ну, блин. С мамой получается намного дольше. Слушай, я тебя догнала. Хоть я не сняла того, что хотела, потому что там свет был плохой. Бабушка, вы здесь, помнишь мальчик, который типа нас, который так трогал? Вот здесь это было, вот здесь я его сняла. Бабушка, ты ничего не отвечаешь. Вот здесь он был, такс больше нет, к сожалению. Игрушки. Помните эту таксу? Вот и она. Так вот, давайте я вам быстро расскажу, что... О, здесь хороший свет. Итак, зачем мы сегодня сюда приехали? Мы приехали, чтобы купить моей маме... Она попросила ей купить весы, потому что ей очень понравились икеевские весы, которые мы покупили ко мне домой. Ну что, они какие-то крупные. Короче, ей не понравились, она сказала, купи мне их на Новый год. Типа, потому что уже нечего дарить, у нас все и так есть. Мы решили купить... весы, потом нам нужен один маленький коврик купить на кухню, потому что неудобно мыть посуду, потому что ноги просто-напросто мерзнут. Потом бабушка купить хотела что-то для муки и еще какую-то, какую-то кисть купить. Ну, так, по мелочам, не так, как с мамой. Пошли в Икею, купили диван, даже этого не планировали. С бабушкой все будет поскромнее. Нравится носорог? Бабушка, ну ты отвечай мне, мне обидно. Ну что ты, че, скажи, нравится. Совы? Боже, не прошло и 15 минут, а мы уже выбрались в кафе. Мы с бабушкой делаем рекорды, обалдеть. Была такая история. Мама на сайте же все икеевское смотрела, да, бабушка? И она говорит, я нашла такую шикарную салатницу. И, Нармин, ты не понимаешь, она стоит 25. Мы пришли и ищем, ищем. И потом я подхожу и вижу вот это. И вижу 25. И я понимаю, что на сайте она стояла такая огромная. Мама думала, что, ну, блин, для огромного, не знаю, салата. А оказалась она очень маленькая. Вот так что не верьте разным провокациям. Нет, друзья, ну это просто шок. Обойти Икею за 30 минут и практически не заполнить тележку. Моя бабушка просто мастер в этом. Не считая мою маму. Боже мой, сколько здесь рождественских вещей. Смотрите. Офигеть.
Здесь прям Рождество царит. Ух ты ж, ух ты ж. Блин, я бы купила бы себе елку, но наша елка дома такого же диаметра, такого же размера, как мой зал, моя большая комната. Смотри, бабушка, веночек. Сколько он стоит? Прелестно. Он стоит 600 рублей. Блин, вот, ух ты ж, олень из елки. Прям олень из елки. Он просто прелесен. Он стоит у нас почти 2599. Окей, олень. В следующий раз. О, сколько здесь всяких фентифлюшек. Сейчас будь у меня мама, она мне предложила бы сделать елку бы. И я бы сказала, нормально, она же будет смотреться красиво в видео. Я сказала, мама, ты совершенно права. И так бы я бы и сделала. Дорогие и плохо продавали. Во-во-во-во. Смотрите, упаковка. Так, все, я теперь знаю, где можно взять упаковку для подарков. Красота. О, и ленточки тут. Так. Ой. О! Охренеть, блин. Уронила все. Я этим ничего не делала. Они как-то сами упали, на самом деле. Я ничего не делала, бабушка. Они реально сами упали. Не смотри на меня так. Я хотела за это... Так, это я не знаю, как поднять. О, все, скрыться с места преступления. Хорошо, сделал, как говорит моя бабушка. Пока. Какой милый-милый олень. Подарочки. Как все это мило. Ой, так все красивенько. Но учесть тот факт, что сейчас только ноябрь, и как-то это все очень странно, то Икея уже здесь в полном разгаре отмечает Рождество, Новый год. Ох ты ж, красиво. Это был самый короткий поход в Икею за всю мою жизнь. Даже меньше, по-моему, за 40 минут прошли, за 30. И сейчас мы победно кушаем мороженое. Всегда мы с мамой выходили с Икеи на грузовом такси с диваном или другой мебелью. А здесь мы обошлись просто... Там, по-моему, 5 вещами, просто легенько. Едем налегке, и это просто удивительно. Мама вообще, наверное, там в шоке. Так что, я не знаю, буду вам показывать свои покупки. А если буду, то увидимся с вами дома, а если нет? Что? Ну что, мне интересно это. Бабушка, почему мне интересны мои покупки? Им все интересно. Все муку интересно. Может, я что-нибудь купила такое очень странное? Им интересно будет. Бабушка, им все интересно, я думаю. Вам же интересно? Ну, или если вам не интересно, может быть, я даже отключусь на этом моменте. Так что всем пока. И всем вам самого хорошего. Счастливо. Мы сейчас в маршрутке. И самое интересное, все казусы, которые могут со мной случиться, случаются с моей бабушкой. Я прям, понимаешь, со мной и бабушкой. Я как будто, понимаете, в грязь лицом не бью, что я такая вообще какая-то непутевая. Короче, я все время, как всегда, правильно с мамой садилась в правильной маршрутке. Но тут мы забежали в маршрутку, нам говорят, Кузьминский проспект или что-то такое. Он такой, забежали. Нам кричат, Кузьминки, мы забежали. Дверь закрывается, и я такая, блин, что-то не написано Кузьминки метро. Я такая, говорю, а вы едете на Кузьминок метро? Он такой, нет, до Кузьминского проспекта. Я такая, откройте нам дверь, а дверь уже открылась, я не двинусь. И мы с бабушкой уходим, и бабушка такая, Фокс, что за мясоночка какая-то конченая. Короче, и мы сейчас нашли нашу маршрутку правильную. И сидим, наслаждаемся пока что пустотой маршрутки. И бабушка, вот скажи, пожалуйста, вот ты думаешь, что я не путевая? Нет, ну скажи. Нет, я не думаю. Ну, бабушка, я же тебя не снимаю, скажи, здесь просто голос запишется. Ну, почему я? Ну, бабушка, ты смотри, помнишь, когда мы ехали с тобой, турникет тебя зажал, только со мной. Вот с мамой такого не было, с тобой ничего получается так, именно с тобой так. Ну, помнишь, тебе пришлось покупать в автобусе? Не понимаю. Все казусы происходят со мной здесь. Мы поедем в лакшери маршрутки свободно. Я здесь даже могу уснуть. Суперски. Погоди, так грустно по жизни, что мне аж стало тепло.